лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Мне Богом дано в этот мир прийти женщиной, и свет излучать, и добро мне завещано, и жизнь подарить, мир в душе сохранить, и с верою жить, и, конечно, любить. Жены мироносицы, были со Христом вы до конца, рядом с Богородицей слезы у распятого Христа. Вы Богом прославлены, мирные женщины, вас вера спасла, и вы были утешены. Дай Бог нам, как вы, зло любовью покрыть, и также прощать, и всем сердцем любить. Жены мироносицы, были со Христом вы до конца, радостью наполнится весть о воскресении Христа. Жены мироносицы, были со Христом вы до конца, радостью наполнится весть о воскресении Христа. С тех пор по земле идут мироносицы, хранят от беды их глаза Богородицы, и миру дано весь благую нести, и может еще чью-то душу спасти. Жены мироносицы, со Христом вы до конца, дверь для вас откроется в Царствие Небесного Отца. Жены мироносицы, были со Христом вы до конца, дверь для вас откроется Царствие Небесного Отца. Жены мироносицы, были со Христом вы до конца, радостью наполнится весть о воскресении Христа. Господи. Здравствуйте, дорогие мои! Сегодня с вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях Лилия Евсеева, православная певица. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо, что пригласили. Да, спасибо, Господи! Рад вас видеть у нас на передаче. Это была ваша новая песня?
новая, поэтому я очень волнуюсь, потому что она еще, ну, может быть, не в петой интонации, которые хотелось бы, да, вот, вложить в эту песню. И потом мне очень хочется сделать аранжировку. Я чувствую, что музыкальное сопровождение должно быть, ну, какое-то немножко другое, более, наверное, выразительное, вот, если можно так сказать. Зато от души. Ну, от души. Потому что мне всегда тоже, когда у меня премьера песни, я от души ее играю, потом она как бы немножко, ну, замыливается, что ли, когда уже все отлажено. Лилия, расскажите, пожалуйста, вот о вашем творческом пути. Меня, знаете, что вот больше всего интересует, ну и в каждом, кого я приглашаю сюда, меня интересует, как человек решился на этот путь. Ведь слово нести, еще с помощью музыки, облеченной музыкой, это ответственность. Вот. Как человек решается, где он набирается решимости вот все это на сцену, это же надо... Ну, не знаю, как говорят, родиться свыше. Ну, что вас подвигло вот, на вашу творческую деятельность? Ну, вот с позиции сегодняшнего дня я могу сказать, что вся моя жизнь, вот все этапы, а жизнь обычно этапами идет, да, вот как-то у нас, меня вели к тому, чем я занимаюсь сегодня, что стало для меня главным смыслом жизни. И когда я еще раньше училась в детстве музыке, я получила сначала музыкальное образование, школа, потом музыкально-педагогическое училище, потом вдруг театральный институт, режиссерский факультет. И я тогда мыслила себя на сцене драматического театра, быть актрисой, вот. Но человек предполагает, Бог располагает, и не мы выбираем, а нас выбирают. Вот это я очень хорошо ощутила на себе. То есть вот весь путь, который был со всеми ошибками, с падениями, с грехопадением вообще, вот греховной жизнью, которая была, ну чего греха таит. И сейчас-то, чем ближе приближаешься к Творцу, еще больше ужасаешься о своих грехах, и да, прошлых, и настоящих. И если раньше ты не замечал каких-то грехов, то сейчас они тебе просто кажутся какими-то катастрофическими. Вот. И это, конечно, воля Господа, я так, ну, хочу верить, надеюсь, да, что я же понимаю, что я недостойна вот заниматься тем, что я занимаюсь. И это всегда говорю очень открыто, откровенно, никак не лукавя. Я понимаю, что по своей природе, по своим недостаткам человеческим, вот так, чтобы через тебя пропускалось это Слово Божие и доносилось до людей, но это только милость Его может быть. Без меня ничего же не можете творить. Потому что это же все-таки тоже и медные трубы. Конечно. И, может, и чем дальше, возникнет, да, и тут и сам образ жизни пришлось менять. Потому что ты понимаешь, что если этот дар уже дан был, и если не соответствовать, не жить по заповедям, то ты не сможешь выходить и проповедовать, да, через песню. Просто права, то есть, да, не имеешь, получается. А не получится. И бывают периоды тоже, вот я говорю, что даже каких-то, и в том числе и падений, но если не взывать, если не желать очиститься, если не самому внутри не обладать какой-то вот чистотой, это же сосуд, да, в который вот, из которого Господь либо отдает эту живую воду, либо не дает. И в грязный, конечно, сосуд он не нальет живительной воды. У вас и благословение, да, есть духовника на свою деятельность. Как вы окормляетесь духовно? Ну, я окормляюсь духовно, но тоже вот получилось, как бы сами батюшки меня к этому привели. Первый концерт такой, вот именно православный концерт, состоялся 11 января, я никогда не забуду, 11 года меня благословил протоиерей отец Олег Туор. Мы знаем батюшку как очень благочестивого, действительно подвижника, и кто-то его старцем даже там воспринимает, считает, но то, что он ведет такой образ жизни, вот настоящего подвижника Божьего, и то, что он услышал, он принял, он один из самых первых принял вот мои песни, благословил меня, он поднялся на сцену Псковской десантной дивизии, где в клубе я выступала, там 300 сидели вот солдат, и, конечно, это был первый такой концерт, и вдруг выходит на сцену такой вот батюшка и благословляет меня, и меня это так тронуло. Потом
заочное благословение на творчество я получила от человека, который мне помогал. Он приезжал в Оптину пустынь, и там была встреча со схиархимандритом отцом Ильем, и он интересовался, очень диск вот тоже давал, как вот быть, не быть, как идти, не идти. И батюшка благословил, он сказал, занимайтесь, сидите и будете потом собирать полные залы. Ну, в общем-то, в последнее время это как бы оправдывается. А здесь, спасибо, в Петербурге, Господи, да, когда вот появляется этот дар, потом желание всегда есть отдать, а отдать — это тоже проблема, не меньше, чем творить. Потому что сегодня найти слушателей, арендовать даже помещение, где ты будешь выступать, да, то есть донести даже просто, это очень большой труд. И я стучала во все двери, я и сейчас стучу. Вот стучите, и откроют вам. И первый, кто... Ну, как-то вот определил, что это служение, я еще тогда не понимала. Это был вот тогда еще протоиерей, отец Александр Ганжин, который возглавляет военный отдел, сейчас это иеромонах отец Алексий. Вот он первый сказал, что это служение. И тогда что-то во мне уже как-то щелкнуло, и я поняла, что это уже путь серьезный. Спасибо, Господи. А вы что-нибудь еще споете нам? Да. Да. Я хочу посвятить песню, она уже была написана раньше, но она мне очень нравится, и всегда, когда я изучаю житие святых или соприкасаюсь с людьми, которые встают на путь монашества, вот даже по протоиерею отцу Александру Ганжину, он же стал иеромонахом, да, вот отцом Алексеем, и так или иначе ты уже... Ну, как свидетель, что ли, бываешь иногда каких-то событий, которые происходят даже в жизни вот людей, которых ты знаешь. И как я понимаю, что это очень серьезно, это настолько труд большой, это подвиг, и особенно подвиг монашеской молитвы. Перед тем, как исполнить песню, я хочу прочитать стихи, которые у меня родились позже, но не стали песней. Я эти стихи написала, когда вот батюшка принял монашество. «Уходят монахи-мужчины. Их всех призывает Господь. Кого-то из самой пучины спасает и душу, и плоть. Нелегкое им дано бремя молитвенный подвиг нести, чтоб в наше последнее время молитвою многих спасти. Дай Бог им терпенья и силы, дай Бог им Христовой любви. Монахи, вы свет для России, храни вас Господь и спаси». В келии своей молится монах о душе моей, Господу возвах, уж который день он не спит, не ест, без молитв его не снести мне крест. Братик миленький не остал молитв, слишком мало сил, бес в окно глядит, он давно меня просто раздавил, но услышал Бог и не допустил. В келии своей молится монах о России всей, Господу возвах, от лампады свет до утра горит, милосердный Бог Русь благословит. Братик миленький не остал молитв, слишком много бед, мир во зле лежит. На неравный бой вышла братья, по молитвам их устоит земля. Братик миленький не остал молит. Слишком много бед, мир во зле лежит. На неравный бой вышла братья, по молитвам их устоит земля. В келии своей молится монах, положив поклон Господу возвах. Укрепи, Господь, в подвиге его, по молитвам нам многое дано.
братик миленький не оставь молит. Свет увидит мир, что во тьме лежит. На молитву вся стала братья, чтоб сменила день новая заря. Братик миленький не оставь молит. Свет увидит мир, что во тьме лежит. На молитву вся стала братья, чтоб сменила день новая заря. Братик миленький не оставь молит. Свет увидит мир, что во тьме лежит. На молитву вся стала братья, на молитвах их держится земля. В келии своей молится монах, в келии своей молится монах, в келии своей молится монах, в келии своей молится монах. Спаси, Господи. Божьей помощи вам. Спасибо. Вашим. Я еще, знаете, еще, с одной творчество. Стороны, волнуюсь, действительно, потому что, ну вот, когда интервью берут светские, да, вот обычные ведущие, это одно. Вот когда священник, батюшка, да, который, и вот вы оценку даете, и для меня это очень важно. Очень важно, да, то есть понимать, верить в то, что ты делаешь, вот убеждаться в том, что это не напрасно, что, в общем-то, так должно быть. Поэтому спасибо вам. И спасибо. Вот волнительно от того, что вот первая у нас вот встреча вот со священнослужителем. Да. Я знаю тоже, что это очень большой труд, так что спасибо вас, Господи. Вот одна из таких вот причин, то, что я пошел вот на эту передачу «Лаврские встречи», это попытаться сохранить культуру. И вот, и спасибо вам за то, что вы... Я вообще надо благодарить людей за то, что у них совесть еще не уснула. Что они что-то как-то с горем пополам, со своими грехами пытаются устоять. Священники пытаются удержаться за престол, миряне за священников. Вот, и все... Ну, Господь нас не оставляет, и Матерь Божья. Столько чудес, столько у нас святых. Русь еще жива, Русь еще живет. Вот. А я знаю, у вас песни есть «Россия». «Моя святая Русь». «Моя святая Она Русь», так и называется. Как раз, да? Да-да-да. Вы могли бы, да, вот... Да. Так, название этой песни послужило названием вот первого православного альбома, который я написала. До этого у меня был написан альбом, еще светские песни я писала, презентация была на радио «Шансон», то есть такой шансонный, да, такой лирический. Mm-hmm. А потом вдруг вот этот поворот, 10 с лишним лет молчания перед этим, и вдруг вот этот поворот на вот такое творчество, и альбом так и назывался «Моя святая Русь». Ну, а на сегодняшний день я выпустила 3 православных альбома, вот, и уже написано 3 песни для 5-го. Поживем, увидим, что будет дальше. «Моя святая Русь». Моя святая Русь, надежда и отрада, я за тебя молюсь, другой земли не надо. Ты мне была дана однажды при рождении. Ты для меня одна и боль, и утешение. Хранимая тобой, святым твоим покровом, познаю веру и любовь, твое святое слово. Хранимая тобой, святым твоим покровом, познаю веру и любовь, твое святое слово. Моя святая Русь, мой свет,
мое спасение. Я за тебя молюсь и верю в возрождение. Испытана была врагом не раз на веру. Хранил Господь тебя от растерзанья зверя. Хранимая тобой, святым твоим покровом, познаю веру и любовь, твое святое слово. Хранимая тобой, святым твоим покровом, познаю веру и любовь, твое святое слово. Моя святая Русь, рассветы и закаты, я за тебя молюсь, моей судьбе одна ты. Здесь имя мне дано при таинстве крещения, нести крест суждено во благо, во спасение. И я, хранимая тобой, святым твоим покровом, познала веру и любовь, твое святое слово. Хранимая тобой, святым твоим покровом, познала веру и любовь, твое святое слово. Спасительное слово. Спаси, Господи, проникаешься любовью. Слава Богу за все. Да. У меня сегодня тоже премьера. Я написал песню с простым названием и великим названием одновременно — «Христос воскрес». Я как священник не могу не откликаться на такое событие. Хотя я не умею писать по заказу. Вот, ну, вот Пасха, я должен написать там песню. А это мое внутреннее состояние. Вот, хотелось бы его тоже передать и с вами поделиться, с телезрителями. Христос воскрес! Христос воскрес! Любовь все победила, не смерть, а жизнь и радость до небес. Христос воскрес, живительная сила вольется в нас. Во тьме несущих крест Христос воскрес. Путь спасения, и плоть твоя работница греха, приди и вижь Христово воскресенье. Вино налей, ты в новые меха пройдут века, и дни твои как тени, но должен ты, мой брат, сейчас и здесь дышать и жить Христовым воскресением, весь мир обнять, услышав эту весть, Христос воскрес. Христос воскрес! Воистину воскрес! Господи, здорово!
А вы хотели что-нибудь пожелать своим близким? Вот у нас такая возможность предоставляется. Я вот стал предоставлять такую возможность. Угу. А, конечно, люди, которые окружают, они знают меня так, как вы не знаете. То есть мои недостатки и так далее. Я пожелаю им, в первую очередь, терпения, да, здоровья. Сейчас вот среди очень близкого окружения у нас вот новый крест мы взяли на себя, ухаживать за парализованным больным. Это вот, можно сказать, отец мой, некромный, но вот который заменил мне отца. И, конечно, я в первую очередь желаю им здоровья и терпения, и чтобы Господь посвящал нас всех своей благодатью, давал нам силы нести вот кресты по жизни. И мира, мира в душе. И мира вокруг нас. Это очень важно сейчас. Христос воскрес. И что, нам нечего бояться? С нами Бог. Да, с нами Бог. И радость. Просто мы заблудшие дети. Блуждаем по своей собственной жизни. Ну, слава Богу. Но какая милость, да? Помните, что над нами Бог. Да. Еще хотел пригласить вас. Будет выставка «Рестек» в Михайловском манеже, это вот недалеко от гостиного двора, с 14 по 18 или 19. И вот там 16 числа будет презентация нашей программы. Здорово. «Лаврские встречи». Будем... И телеканал «Союз» будет участвовать в этом. Мы там соберемся, я приглашу участников, и мы там организуем то же самое, что здесь. Вот. Только это будет наглядно видно, как это все делается. И там можно будет возможность у людей задать вопросы и мне, и участникам. Я думаю, такая интересная, живая будет встреча. Вот. Я всех приглашаю, дорогие братья и сестры, 16 числа в Михайловский манеж. Выставка «Рестек» будет православная, международная. А в котором часу еще не знаете? Я еще не знаю. Надо следить анонс за рекламой. Будет, да? Да? Анонс будет 16 мая. Это уже вот как раз уже будет солнышко светить, и листочки будут распускаться. Пасхальная радость будет продолжать с нами быть. Спасибо, Господи. Спасибо вам за то, что вы пришли на передачу. Спасибо. Божьей вам помощи в вашем труде. Спасибо большое. И, пользуясь случаем, я хочу вас поблагодарить и поблагодарить телеканал «Союз». Творческий коллектив, который есть, это молодые, очень талантливые люди, профессиональные. И да спасет, сохранит их Господь, тоже успехов вам пожелать в их нелегком труде. Это тоже служение. Спасибо, Господи, ангел-хранителя, Божьей помощи всем на ваших жизненных путях. Христос воскресе! Спасибо.